Всем привет, ребята! Сегодня я нахожусь на реке Птич, выбрался половить окуней. Думаю, нам сегодня улыбнется удача и, наверное, прогуляемся ниже по течению. Опять я взял палочку от Crazy Fish'а до 2,5 грамм. Ну, поехали! Эти дни стояла жара, вода так заметно очень засела, зеленая прям, такая зеленая-зеленая. До этого, пока пришел, тут мужик ловил. В воде залазил, под камни руки ставил с двух сторон и руками вылавливал. Ну, особо небольшие, правда, по нему получились. В общем, как и думал, что после мужика здесь ничего не поймаешь. То есть он сбаламутился, попугал рыбу. Ну, может, через полчаса, если вернемся, потом пойдем дальше вперед. Поклевочки есть, но небольшие. Да, это совсем небольшая рыбка. Кстати, плюхаются кушки. Хотелось бы уверить, что это кушки. Вот он. Ах, упал. Скорее всего, такие и стоят, небольшие. Оп. Небольшой совсем. Отпустим-ка его. Оп, есть. Вот какой красавец. Вот была поклевочка. Ну, он даже стянула. Значит, они здесь есть. Ну, по весне здесь, когда были. Да, по весне вода еще такая более-менее прозрачная. Тут такое место было вообще непримечательное. О! Вот она. Вот такие окушки. Гуляй. Малыш. Ну, вот они такие, наверное, стоят. Но тут завалы. Редко кто ловит в округе. Мне кажется, побольше что-то должно клевать. Смотрите-ка. Опа, есть. Опа. Во. Такой вот зубастика достался этой ямы. С той стороны кидал, получается, что вообще ничего. Блин, ну потому что это, наверное, сама яма под ногой. Перешел сюда, здесь как бы мелко. Начал вытаскивать на мель, и поклевка, ну, сразу была поклевка, но камера еще не включил. А вот со второго заброса сразу и пошло. Ну что, продолжаем дальше. Вот есть еще, наверное. О, какой. Вот. Ну, нормально, туда стал появку эту кидать, на ямку. С другой стороны сразу пошло дело. Тут коряга, видно, стоят, а туда никак не хотят заходить. Приманка, когда близко уже к коряге самой, получается, не так играет, они не особо не хотят. Иди гуляй. Все, пора, думаю, собираться домой. Не всегда рыбалка проходит удачно, не всегда много рыбы, конечно. Не всегда попадается большая. Но главное, что выехать, отдохнуть. Получить удовольствие. Спасибо всем за просмотр. Счастливо.